Молодые миллионеры Краснодара снова в деле. Голосование уже стартовало онлайн. Так что вы можете начать выбирать достойных кандидатов, которые будут бороться за первое место в ежегодной премии. Конкурс был учрежден деловой газетой «Юг» в 2014 году для того, чтобы отметить молодых предпринимателей. Участвовать в премии могут бизнесмены в возрасте до 36,5 лет. Условия простые. Главное, чтобы ИП было зарегистрировано на территории Краснодарского края. Выручка составляет от 3 миллионов рублей, а чистая прибыль от 1 миллиона рублей. Принять участие можно совершенно бесплатно. Три победителя будут определены по результатам интернет-голосования, а лучших в специальных номинациях выберут члены экспертного жюри. Те, кого назовут миллионерами этого года, получат внимание прессы, рекламное сопровождение и другие опции, полезные для бизнеса. Голосование будет длиться до 14 июня, а победители определят 16 июня.